Итак, заселяюсь в отель. Вот он я со своим язычком. Комната 215. Сейчас посмотрим, насколько красиво. О, 215. Да, да. Ух, ничего себе. Просторная, просторная, конечно. Комната такая светлая. Все дела. Интерьерчик такой желтенький. Красивая, красивая комнатка. Стол, телевизор. Статуэточки. Кресло красивое, мне нравится. Так, полубалкончик. Ну, это хорошая такая, хорошая комнатка. Светильнички такие. Ух ты, регулировочные. Яркая. Нормально, так нормально. Так, пошлите посмотрим, что там. Это коридор, это... Посмотрите, какая красивенькая раковина. О, ванна! Что-то мне последние два отеля везет на ванну. Ну, интерьер красивенький. Будем жить, поживать и не тужить. Не знаю. Пройдемся по городу, посмотрим, заснимем для вас достопримечательности. Итак, такая карточка у меня. На втором этаже живу. Ресепшн, бар, ресторан. Ни сауны, ни тренажерного зала. Здравствуйте, друзья! С вами Максим. Я приехал в город Трир. Он находится на юге Германии, недалеко от границы с Люксембургом. Это мой отель. Кстати, этот отель уже 4 звезды. Неплохой. Вы видели мой номер. Какое-то разрушенное здание. Забор. Это руины, я так понял, там какие-то раскопки ведутся. Ну, вообще не пойму, как туда зайти. Я еще... А вон люди ходят с той стороны. Сейчас обойдем, посмотрим. Может, можно пройти сюда. Значит так, я нашел вход. Я так понял, посмотреть раскопки. Это платное. Это расписание. И что именно ты хочешь посмотреть? Внешнее или внутреннее? Или вообще подземелье? Ладно, подумаем, подумаем. У меня еще есть пару дней. Может, и зайдем сюда. Ладно. Пойдемте пока посмотрим на что-то другое. Конечно, да, вот раньше строили. Иду вдоль стены. Точно была какая-то оборонительная. Такой вот проход. Такие вот ступеньки, чтобы смотреть в окошко. Одну или второе, кто идет. И вот она растягивается, да. Сейчас посмотрим, что там. Так, я вышел на полянку. Здесь такие статуи. Их очень много. И такой вот, наверное,
Музей очень красивый. Я не знаю, камера если передает. Нет, сейчас подойду поближе. Он золото переливается с таким бежевым оттенком белым. Подойду, поснимаю. Какие во дворе. Да. Пальма это. Такие ворота. Уточки плавают. Ну, статуи очень много. Очень-очень прямо. И все разные. Разные. Какой-то дворец, наверное. Что ли. Я подошел поближе. Тут женщина с телом льва. Просто с арфой. Еще одна с телом льва. Ну, вот сама красота. Ну, там непередаваемая красота. Очень красиво. Жалко, что может камера не передает всех цветов, но здание очень красиво. Только его масштабы. Окна какие большие. Да, прямо захватывает дух. Такого, как замок какой-то. Очень красиво. Очень много разных локаций. Такие здания архитектурные, очень красивые. Посмотрите, просто какой дальше собор. И так тут их очень много. Очень красивый город, красивые соборы. Это, конечно, строили люди раньше. Смотрите, вот показывается, я так понял, это здание в миниатюре. Ну, чтобы понимали здесь масштабы. И я вам показываю. Ух, ничего себе. Часы какие. На башне. Красивые балконы, росписи, ну,
центр города. Такой он в миниатюре, такой он на самом деле. Тоже музей, я так понимаю, чтобы зайти, надо заплатить денежку, ну. Так как я приехал вечером, все закрыто. Попробуем завтра попытать свою удачу. Внимали. Все очень красиво. У меня прямо захватывает дух. Все цивильно, есть туалеты. Правда, 1 евро. Но стоит автомат. Детям бесплатно. Можно как и карточкой заплатить, так и центами. Стоимость 1 евро. Философ Карл Маркс. Вода в жизни. Вот его статуя. Я прохожу, очень красивая локация. Из-за деревьев ничего не видно, но туда, я так понял, не зайти. Все огорожено прям колючей проволокой. Ну, здание интересное. Проходя по парку, тут заметил очень такое необычное здание круговое. Это напоминает, знаете, как площадка для вертолета. Может, я найду в интернете, прикреплю вам фотографию сверху. Ну, такую туда взойти, наверное, просто так его тебя туда не пустят. Я пришел в кладец. Такой мост красивый через реку, кораблик экскурсионный, я так понял. Смотрите, какие тут, я не знаю, скалы, дома там очень красиво, и сам город очень красивый. Я вот прошелся немножко по городу, так как я уставший с дороги, я пойду в отель. Ну, а завтра с утра хочу походить еще по некоторым местам, которые сегодня не заснял. Тут очень много локаций, чтобы поснимать. Ставьте лайк, а я пошел снимать вам дальше. Тут возле воды такое вот сооружение интересное. Напоминает чем-то кран. Хоть и до воды тут далековато, но я думаю, раньше это приспособление очень помогало. Такой он внушительных размеров. Сейчас пойдем посмотрим, что там в середине. Ага, смотрите, в середине такое колесо. Два колеса. Они, наверное, делали упор. Туда даже, может, внутрь люди становились. И спускали на воду, наверное.
лодки. Раз такой проплывает. Смотрите, еще одна площадка такая. Это явно тут для вертолетов. Неплохо, неплохо городок живет. И фонтан, человечки, водичка светит, наверху кузнечик. Интересно, интересно. Напоминает чем-то Геркулеса. Камера не передает, принц. Короче, он с головой вроде на тигра. Это такой интересный памятник. Я так понял, так в двух словах тут указаны профессии. Столяр. Кузнец, повар, фотограф, музыканты, танцоры. Очень интересная задумка. Парикмахер. Так, снимаю вам достопримечательность фонтан, но уже родновато. Монах с мечом, я так понимаю. Ладно, ничего не видно. Так, сегодня с вами был Максим. Итак, друзья, я в городе Трир. Город очень красивый своей архитектурой, своим замечательным видом. Оставайтесь на моем канале, подписывайтесь, не смотрите без подписки. Всем удачи, всем пока. Жду от вас много-много лайков. А вы подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Итак, я пришел в свой отель, взял себе поужинать. Итак, друзья, того как осмотрел город, взял себе поужинать. Как вы думаете, это суши? А нет! Я решил сегодня побаловать. Я себе взял тирамису. Ням-ням-ням. Всем приятного аппетита!